Здравствуйте. Ну, походу, продолжаем наши ночные бдения. Короче, дело в том, что в Союзе любят все вылизывать. Я считаю, это неправильно. Как поступаем мы здесь? Дело в том, что во Франции и вообще в Европе любят необычные, так сказать, трюки. Вот фрезеровка под руку. Это просто МДФ, который будет в итоге, ну, еще раз будет отшлифован и лакирован. Все. Ничего больше тут не будет. Вот он в итоге будет такой. Я к тому веду, что у нас это будет считаться как недоделка, да, или недоделанная работа, как сказать. В Европе немножечко по-другому все воспринимают, поэтому я когда перестроил мозги, я считаю, что у них с этой стороны все значительно правильнее устроено. Они видят красоту и необычность в другом. Поэтому то, что у нас может выглядеть как недоделанная работа, у них, так сказать, изюминка, шарм, еще что-то в этом роде. Вот так вот. Вот такой, вот это наш фасад. А все, что здесь, это шпанированный МДФ с выборкой. И эта выборка будет скрыта лаком. Вот и все. Соответственно, цвет немножко разный. Общий вид. Будет такое вот световое пятно. Ну, такие дела. Ну, а нам успехов дальше.